Пятое. Ходы и коды. Если бы мы с тобой общались лицом к лицу, то имели бы один квартет. Я обращалась бы к тебе, когда мы вместе, а продолжала говорить уже с ним, твоим фантомом, взывала к созданному мною двойнику тебя. Ну, а потом он отправлялся бы к тебе. Ну, а что уж он тебе наговорил там о тебе и обо мне? Мне неизвестно. Быть может, он меня оговорил или не понял. И ты бы так зеркально, ты говорил со мной, потом уж с нею, при лестнице твоей, в твоем мозгу, с ней, выращенную самим тобой или тобим тобою мной. Она тебе шептала бы от меня чего-то, и о чем, я опять не знаю о чем. Вы с ней сотайники же, но нас реальных нет. И нет общения лицом к лицу, а только твое лицо ведет переговоры с моим фантомом, а мое с твоим. Но иногда, чтобы прояснить реальность, я пробуждаю лирическую героиню ото сна, она несется к тебе и от тебя, и весть приносит, что там, кто и как. Я верить ей принуждена, но кто же знает все тайные ее ходы и коды?